Я обещал вам Ачкот Луис, и я вам его сделал. Ну, на самом деле, сделал его не я вам, а наш прекрасный чемпион Арам Фаниян. И вчера, друзья, в субботу у нас произошел Ачкот Луис, о котором я говорил. Кто не в курсе этой армянской традиции, я объясню. Ачкот Луис, так говорим мы армяне, когда происходит какое-то чудо. Например, рождается ребенок. Ну или я иногда добавляю, когда идет красивая девушка, армянские мужчины так восклицают. Ну а вчера произошел потрясающий Ачкот Луис, глазам свет, что в переводе означает, да? Это победа нашего прекрасного чемпиона, нашего земляка Арама Фаниана. Вчера мы были в Палаце спорта в городе Киеве, в центре города. И с 4 часов дня 16:00 до 12 ночи там проходил турнир. Турнир «Благотворительный вечер бокса», или как я называю, «Вечер бокса Арама Фаниана». Потому что главный бой за звание чемпиона мира по версии WBO, Global, по этой версии главный бой это был Арама Фаниана и мексиканца. И, друзья, вчера мы провели время там, дождались бой нашего Арама Фаниана. Я вел оттуда прямой эфир, я снял несколько важных роликов. Очень крутой выход Арама Фаниана. И мы видели его брата Игоря Фаниана, благодаря кому состоялся этот турнир в целом в Дворце спорта, их организация. Игорь в данном случае состоялся не только как боксер профессиональный, но и как тренер, и как профессиональный организатор. Организовать в городе Киеве, в Дворце спорта, в Палаце спорта такие бои – это просто феноменально и очень-очень круто. И как я люблю говорить теперь, в Украине есть братья Кличко, но в Украине есть братья Фанияны. Запомните эти фамилии. Хотя ребята и Игорь, и Арам Фанияны, они очень и очень известные ребята, люди, украинские армяне в Украине. Состоялся вчера бой Арама, он был финальный, и это была супер атмосфера. И я скажу то, что сделал Арам, он не просто стал чемпионом мира по версии WBO Global в категории до 63,5 килограммов, а он сумел провести ту тактику, с которой вышел заряженный на этот бой. И у мексиканца, конечно, не получилось сломать Арама, он все пытался, но тем не менее. Но об этом смотрите в следующей части. Мы поздравляем чемпиона мира Арама Фаниана по версии WBO Global. Арамджан, поздравляем тебя. Но я думаю, что главная победа не просто в этом, а главная победа в том, что вы вместе с братом творите чудеса. И все ребята, и ваш тренер, и все ребята, которые поддерживали, ребята и девчонки, все были едины за Украину. И, конечно, ваш турнир еще уникален тем, что там собиралось 12 миллионов гривен на помощь ЗСУ, на помощь силам обороны Украины. И также там было очень много наших воинов Свитла, на колясок, без колясок. В общем, наши воины, на которых, при виде которых накатываются не только слезы, но и огромная благодарность в душе. И вчера был особенный бой, кроме Арама Фаниана. Об этом я расскажу в следующей части. Ачкот Луис, Ачкот Луис. И братья Фанияны, Арач и только Арач. Поздравляем с перемогой.